С 4 по 7 октября пройдет ключевое событие в отечественном АПК. 25-я российская агропромышленная выставка «Золотая осень-2023». В этом году площадкой ее проведения впервые станет Московская сельскохозяйственная академия имени Тимирязева, а основной темой – развитие аграрной науки и образования. Выставка традиционно представит достижения агропромышленного комплекса – лучшие породы сельхозживотных, крупнейшие инвестпроекты в регионах, разработки в области повышения плодородия почв, финансовые продукты для агробизнеса. В рамках деловой программы запланированы дискуссии по различным направлениям. Одним из ее ключевых событий станет пленарное заседание по теме «Инвестиции в будущее. Современный взгляд на аграрное образование», которое состоится 5 октября. Кроме того, 6 октября пройдет деловой завтрак Россельхозбанка. На нем рассмотрят вопросы обеспечения продовольственной безопасности России. К участию в выставке готовится около 40 делегатов из Чувашии, а для презентации продукции и достижений Чувашии в ВПК будет подготовлен стенд.